сегодня стоит на учете 155 человек, за год поставили мы 140 родителей. Значит, то же самое. Часть сняли с учета, кто себе, а часть привлекли. Родителей мы привлекли 714 человек. Это, в общем-то, статистика такая серьезная. Значит, в данном направлении она работа ведется постоянно. 65 материалов мы собирали на решение родительских прав. Это тоже, в общем-то, много. Не везде, в общем-то, нашли понимание у нас, так сказать, суд и прокуратура, они, в общем-то, не все 65 решены. Значит, вот привлекли, значит, к уголовной ответственности жестокое обращение с детьми 36 родителей, 36 уголовных дел. В общем-то, это даже больше, чем в городе Оренбурге. Там, по-моему, 20, у нас 36. Вот, в общем-то, вот это вся вот эта статистика. Ну, а то, что вот касается брошенных детей, я что хочу сказать, ну, вообще-то у нас это единичный факт. Это вот такой вопрос задается, как будто у нас детей бросают чуть ли не каждую неделю. Это ЧП. Если на самом деле вот находим такого ребенка, или там нам сообщают где-то, у нас поднимается весь гарнизон, и мы занимаемся очень серьезно вот этими вопросами. Значит, у нас поэтому таких фактов... Но они единичные случаи, и реакция на них сразу самая серьезная.